Фух. Так, ну давайте пойдем сюда теперь. Здесь я... Да, ну да, здесь я обшарил этот шкафчик. Вышка наверху. А, здесь эта камера. Ай. Так, а если я здесь вырублю свет, он вырубится вообще? Вообще во всей этой комнате? Или так тут это не работает? Ну, так это не работает, к сожалению. Фух. Блин, его надо придется отвлечь как-то. Или можно по-другому забраться. Но по-другому я как-то пути не вижу. Так, да, вот здесь вот. А? Какие большие резервуары. Зачем они, интересно? Как бы тебя отвлечь-то? Ну, давайте вот так вот попробуем. А, лифт внизу, вверху. Ну, пофиг. Пофиг на него. Так, еще один лифт наверх. Так, ну с этим полегче. Хотя шумовую стрелу мы на него потратили. Это неприятно. Интересно, а роботов ослепить можно? Было бы здорово, если бы можно было бы как-то их ослепить. Четвертый. О! Так, ну я вниз совершенно не хочу. Можно воспользоваться, я думаю, вот этим вот решеточкой. Так, я допрыгнул. Господи, давай, я допрыгну. Есть. Так, а куда я так приду таким способом? Эскейп, эскейп. Так, в резервуаре там ничего нету? Ай, не-не-не-не-не! Блин. Ах, кто-то докинул, а? Блин, придется аккуратно очень. Я не знаю, он либо слышит, либо палит.
Фидоворм, Фидоворм. Блин. Почему нельзя сделать прямую балку? Зачем делать такие? Ну там вот, когда я видел, вроде что-то проходы вроде. Так, ну вроде эта камера на нас особо не реагирует. Ладно, я понял, что тихо здесь прокрадываться. А, сигнализация врубилась. Блин, надо подождать, пока она отвернется, а то она бесит. Эта камера. Давай, 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 давай. Охренеть, как докидываю. Да как докидывают-то? Они же не могут докидывать так высоко. О, сколько их тут? Зараза! Ты же роботы, они могут все в отличие от тебя. Да. И опять я здесь начал. Ну почему? Все. Тусуйтесь там хоть до посинения. А где я? Так, ну я где-то наверху, да? Может, если не видят тебя, ну успокоятся они, успокоятся. Беспокойся, да? Успокоятся. Ничего не вижу. Это катакомбы. Сколько у меня шашек? 4. Что, закрыто, что ли, хочешь сказать? А. Так. Это, видимо, вырубает свет, да? Потолку решеток нету.
понятно. Вложено гида в этот уровень любви, вложено так полно, полно. Это я могу, может, спрыгнуть так. А чё это открывает, интересно? Спрыгнул, ногу подвернул. А, там друг идет. Ясно. Так, может, я могу тут как-нибудь? Нет, не могу никак. А обратно я тоже как выбираться-то буду. А, вон проходит как. Ступая. Турель! Стопудово там турель просто отрубается. Отрубаюсь каждые 2 минуты. Нормально, нормально. Сколько друзьяшек. Валите отсюда, пожалуйста. А чё дверь-то закрылась? О. Молодец, молодца. Там две решетки. Две решетки, прятаться негде. Жук божественный. 8, 8, 8, 9. Отлично. Карас меня все достает и достает, а? Где второй переключатель? Где второй переключатель? А, все понял. А, все понял. Понял свою ошибку. No.
Микро как в Думе, да, но засада была коварнее. Вон он, второй переключатель. Давай, 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 давай. Давай, быстрее, быстрее. Ну я не это имел в виду, не быстрее меня обнаруживали. Как-то здесь спрятаться-то? А D3 просто... Не знаю. Ну не сразу, но может быть потом будет. Но вряд ли сразу. Блин, надо быстрее реагировать. С другой стороны, вот сейчас попробую. Здесь вот можно спрятаться. Да, здесь можно спрятаться. Не хочу я становиться частичкой там тебя. Вообще, что за... Вы были все в другой комнате, что вы тут теперь делаете? Они везде! Фанат с бесконечным золотом. Да, я тоже не фанат. Ну, опять я не забываю, куда идти надо после загрузки. Сюда. Подождать, пока это пройдет, и я думаю, я потом успею туда-сюда обратно. Ядро-лицо, ядро-лицо. Ушко! Пушка. Пушенцы. Дверь открыта? Из-за твоей задницы блестящей я ничего не вижу. Это был не тот переключатель. Был не тот, как где? Блин, я запутался в этом переключателе. Подождите, то есть я загрузился, когда я его уже опустил, да? И я его наоборот поднял и... Все на одно лицо здесь. Все на одно лицо. Да, вот этот теперь опустить, все нормально будет. Есть. Блин, и лифт надо опускать. Закрыть за собой дверь нельзя.
Фух. Терпим. Группа на фоне. Сейчас играет Гелиос. Rising Wind называется композиция. Я скину прям в чатик. Гелиос играет. Привет, Дромус. Доброе утро. Доброе. Фух, еще один переключатель. Есть. Осталось чуть-чуть. Остался один, ну... Да что вы тут, ты-то откуда взялся? А, это была специально. Понятно. Один или два. Ну смотри, значит, раз, два. Этот я сейчас переключил какой? Вот этот вот третий, да? Так, три, четыре, пять. Еще два осталось. Ну, возможно, еще один. Для полноты, так сказать, боли. То есть остался раз, два, три. Раз, два, три остался. Блин, надо еще вернуться теперь. Ох, вернуться. Так. Да ты что, специально ждал меня, что ли, там? Паук там еще, как паук там еще был. Так, ну, значит, как мы сейчас возвращаемся сюда, в этот зал? Здесь вроде был переход наверх. Либо как-то отсюда можно пройти вот к этому следующему маяку. Как много машин. Гарик будет делать смайл? Нужен смайл боли. Ну, не знаю. Смысл делать смайл? Как мы им будем пользоваться? Тогда спрашивается. Фу. Ага. Куда ведут вот это вот все, куда ведут? Почему карта-то изменилась? Я же здесь, вот здесь где-то. Все не планируется? Возможно, но... Возможно. Паук! Где... Паук!
Как ты вообще там оказался, паук? Вот абсолютно рандомный паук, который везде бродит, как и хомерит. Наверное, вот эти вот трубы сделаны для кое-чего специального. Ну, то есть, чтобы прятаться тупо в них. Хотя не уверен. Там маленький ребенок был. Так, что-то 2 из 4, еще 2 секрета, да? Еще 2 секрета, но секреты там с рецептами связаны. Да, это просто чтобы прятаться, походу. Прятаться для слабаков. Что я бы сказал? Наоборот, прятаться это хорошо. А где мы в этом большом зале? Там дальше можно обойти. Хорошо. Какая-то часовня. Шестеренки. Большой просторный зал. Красота. Производство турелей. Там целый завод. Кинул гранату, убил, потом она взорвалась. Да, она еще и взрывается. Не все так просто. Фу, комната... Ой, производство турелей. Блин, они будут палить. Турели же они автоматически. Дверь закрыта. О. Так, ну тут хотя бы роботов нету. Турели они тупые. Best Room. Я думаю, это будет одна из легких комнат. Заряд взрывчатки. Зачем мне заряд взрывчатки, господи? Portal 2, да. Там, пожалуй, было покруче. Нет! Чё я упал-то? Что за предшественники? О чем он глаголит? Ну, предшественник, какая древняя раса. Ё-моё, еще стрелами стреляют.
Ё-моё. Может, неправильно это место? А вот тут еще что-то есть. Упала комната. Вот, вот это вот, куда проход идет. Там закрыта решетка. Здесь решетка закрыта. Ах ты, зараза. Переключатель? Сейчас, да, конечно. А, вон кнопка. Понятно все. Все, я видел кнопку. Я видел кнопку. Надо там действовать очень быстро. Реакцию турели, как у бывалого игрока в КС. Ну, так. Нет! Вот попробовать, оставаясь в теньке. Чёртова Нинка с подарком. Огонь в дыре. Ё-моё. Чё палит меня? Я присесть-то не могу. Или чё? А может, и не надо мне этого делать? Ё-моё! Я не понял, а чё ты... Или ты на лестнице? Вот только не говори мне. Я не... А почему ты так двигаешься тупо? Что-то он вообще нормально быстро не хочет двигаться. Что я не понимаю. Вот это... Давай, поднимайся! Тупой кусок. О, так, я, кажется, знаю, как там сделать. Я просто кнопку нажму, знаете чем? Правильно. Стрелой. Только, блин, найти место надо, где, откуда я могу стрелой все сделать. Стрелой, да, вот я и говорю. А, это рубильник. Переключил? Ну, фигушки я так переключу на самом деле. Давай. Ну я спуститься-то так не могу. Блин. Это мне надо зелье невидимости, походу, пить. Турели-то меня будут палить в любом случае. Да, надо походу пить зелье невидимости. А если оно мне в другом месте пригодится?
Тупо где стена? Где? Давай. Сохранись по-большому. Самая простая комната. Да. Такая она и простая. Да уж. Рандомный. А что бы я делал без зелий невидимости? Так, слишком высоко. Что бы я делал без зелья замедления падения? Которое у меня одно! Одно! Как я возвращаться буду? Тупое зелье замедления падения, которое действует так медленно. Там нету решетки. Все нормально. Давай быстрее, нет! Ну а, давай. Нам должно получиться. И давай! Не, почти! На 9 жизней. Так, ну в принципе. Даже не знаю. Может быть, я могу как-то уничтожить турели? Ё-моё. Не, по-любому тут надо уничтожать, иначе я обратно не вернусь. Так, у меня взрывное устройство, заряд взрывчатки же есть. Три стрелы, чтобы уничтожить турель. Привет, Ченби. Либо... Я и не видел, куда я его там бросил, на самом деле. Так, а если... Так, и эту если... Раз... Одна даже понадобилась, круто. Вот это еще со стрелой меня бесит. Да, походу их придется просто вот... По-другому я даже не уверен, как здесь ходить. Если в рот попасть, то одной стрелы достаточно.
А, нет, одной так недостаточно. Две нужно стрелы. Эти самые турели. То есть можно пройти ей так, да? Ну а как я тут пройду? Как? Стои, она что-то в зад не попадает. И падать я не могу, потому что жизни нету. Мина. Весь уровень заново. Да нет, не будет весь уровень. Заново, да? Я думаю, вот это вот главное. Турель с этими, со стрелами, придется все-таки ее уничтожить. Как раз на две последних. Все, горите в аду. Если я смогу спуститься, сказал бы я. Как бы так спуститься-то нормально. Но нифига себе, меня отнесло. Это как так зарядило? Не хочу тратить зелье замедленного падения, пригодится еще. Да уж. Вниз, 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 вниз. Почти. В принципе, там с какой-то высоты я уже могу спрыгнуть нормально. Давай вниз, 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 вниз. Что? Я спускался по лиане уже мертвый. Удивительно. Так. Назад, назад. Давай. Ну ладно. Карас как специально сделал. Не-не-не-не. Так, да. Специально сделал, чтобы его могли остановить. В каждом злодее живет дурак. Так, вот теперь по лиане надо, ой, забраться. Чаечек уже остыл. Надеюсь, Кибергейм сохранит воду, потому что потом иначе не в группу замучаюсь.
Ох. Лиану забрать. Да, ты прав. Лиана может пригодиться. Ди, ничего не видно. Моя комната с турелями сожрала столько всего полезного. Еще что-то есть, но... Ну ладно уж. А это где я оказался? А. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Паук. Ну чё ж вы все здесь тусуетесь, ребята? Нет, не иди сюда. Правильно, хороший мальчик. И ты не иди сюда. Еще сейчас один. Не иди сюда! Не иди сюда! Надо было сказать. Вот когда я говорил, они не шли туда. Тупые пауки. Чё же они тусуются-то в этой части комнаты? Как назло, как специально. А, и заметил, конечно. Подождем. Взрывы приманили. Возможно. Возможно. Все, ушли. Утренняя боль. Привет, сокольничий. Да какая утренняя? Всю ночь уже сидим. Надо добить уже последний уровень. Немножко осталось. Все, валим отсюда. Как вы заметили. Блин, еще быстрые такие. Идите в другой конец. Уходите. Валите. Пауки. Суслик, суслик, паукам. На-на-на-на-на-на. А, ну так я передвигаться бегом не могу, как хотел, к сожалению. Опять как? А как ты агришься-то на меня? Ты задницей ко мне стоишь вообще. Еще надо валить отсюда просто. Тупо валить. Как мне отсюда тогда сбежать, если эти пауки сейчас становятся такими сверхагрессивными? Ты опять задницы увидел? Задницы? Ага.
Я еще в освещенном месте стою. Что-то не туда как-то стрела работает. В прошлый раз нормально же прошел. Ну что в этот-то раз тебе не нравится, пауки заразные. Да, и один, как всегда, будет смотреть в мою сторону. Просто 360 градусов. Пейн просто, максимум боли. Отвернутся все, но один, зараза, будет смотреть в мою сторону. Да, вот прямо ты. Иди, цып-цып-цып-цып-цып-цып, иди ко мне, мой дорогой. Посоветую игру, хотим с братишкой что-нибудь сыграть по сети. Ох, даже не знаю. Чтоб ты мог там сыграть с ним по сети. Блин, бесполезно, серьезного Сэма, вот, да. Ну не выбраться теперь из этой комнаты. Такие пауки. И он еще завис, да, на одном месте. Да. Пауки моей мечты. Сработало? Да ладно. Потратил одну стрелу из-за этого. Ох, стрелу, все, больше стрел нету. Больше стрел нету, а мне нужно еще хотя бы один активировать. Так, а куда это ведет? В какую-то комнату? Я хочу посмотреть, что там. И еще один паук! Ну еще один рандомный паук взялся! Ну, за что, игра? За что? Прекрати! Прекрати! Не надо! Идет, конечно же, ко мне. Спорим, он меня заметит. Нет? Ты не из тех пауков, что... А, блин, чуть не сохранился опять. Зараза, ты-то как? Двери ты открывать не умеешь. Так что вали. А, умеет. Все. Так, надо по-быренькому открыть эти двери. Привет, Урузмакс. Сейви обужу. Тут даже с сейвами пройти-то не... зубодробительно. Блин, не успеваю. Валить еще. А, и паук. Ну, конечно же, и паук.
Прям зараза в самый момент. Ребенок, вали, ребенок мне не помешает. Что это за комната вообще? Нет! Земное притяжение, Вин. Ненависть. Ненависть возвращает ненависть. Как эта игра выгешивает уже? Все, давай быстрее, беги. Привет, дитя. Вообще бесполезный. Да не мешай мне проход, не закрывай. Физика безжалостная, да. И чё в этой комнате? Все, зачем я сюда попёрся? Что-то там можно найти. И как пройти вот эти вот? Ребенок понизу надо идти. Понизу. Зря я наверх попался. Там что-то в дальней комнате может быть интересно. Вот оно что. Понятно, то есть надо поверху открыть эту дверь, и тогда дверь открывается. Здесь две противные турели. Так, а могу я вообще... Ну так, естественно, я не открою. Здесь еще что-то можно найти. Еретикам. Еретикам нет места. А нафиг мне предать его за это? По-любому палят, поэтому можно даже забить на это дело. По-любому этот мостик, но вот никак его.
Что там было? Что там было? Не заметил. В общем, боеприпасы какие-то. В принципе, если так подумать, нафиг они мне нужны? Нафиг они вообще мне сдались? Эти боеприпасы, тем более так их муторно брать. Так, а выход где? Выход где? Где выход-то? Короче, пофиг на это. Там боеприпасы лежат или что-то полезное. Но я замучаюсь это брать. Другой. Не один так другой, не один так другой. А вообще труба это куда-то ведет? А, да, кстати, труба-то куда-то ведет. А, это та самая труба. Или нет? Привет, Ксенобайт. Та самая труба. Господи, неужели я сейчас не смогу? Давай, давай, давай. Как бы так спрыгнуть там? Вот. Фу, да, доброе утро еще раз. Его руки защищают меня. Ну, конечно. Так, а здесь я где оказываюсь? Оказываюсь в какой-то еще одной большой комнате, интересно. Булава, ну спасибо тебе за булаву-то. Газовая мина. О, экипировка. Сколько маяков? Один. Один остался. Ну, вообще два. Вообще два. По-хорошему, если... Два маяка плюс секретки с рецептами надо еще разгадать. И пасхалку от разрабов. Так. Стрела. И вспышка. Слишком светло. Хоть лекарство какое-нибудь дайте мне. Да, есть.
есть лекарства. Наконец-то у меня не будет одно хп, это манящее, дразнящее. Ура. Еще одно зелье замедленного падения. Ну вообще просто прекрасно. Кул, да. Так, где я? Здесь, да? Это где я? Кажется, я понял, где я. О, свет вырубился. Блин, свет же вырубился. Ну, в общем, понятно, кстати. Понятно, понятно. Так, какая-то оранжерея. Ну, пойдем, пойдем туда, конечно. Последняя миссия, да, Адам 421, это последняя миссия. Так пробраться. Рубать никого нельзя, смотрю, роботов обходишь. Я обхожу роботов, потому что это такой мой челлендж. Я никого не убиваю, не оглушаю роботов. До этой миссии роботов я ни одного робота не трогал. Здесь мне пришлось несколько роботов уничтожить, чтобы получить их тела. Это нужно для пасхалки. Плюс вырубил парочку турелей. Но там реально вообще никак было без этого. В принципе, в правилах челленджа нету этого с роботами. Правило то, что вообще нельзя их отключать полностью. Но все равно, видишь, я обхожусь по минимуму. По минимуму. То есть по возможности обхожу, никого не вырубаю. Роботов чуть можно. Ну вот именно что только чуть. Только чуть. Гаррет. В чем твоя проблема? Давай, залазь. Ну, окошко маленькое, давай, Гаррет, ну опять ты... Толстяк, толстяк. Почему нельзя по легким путем это все сделать, Гаррет? Неспроста же все это возможно.
Зараза. Почему ты через маленькое окошко не можешь влезть? Какой гад. Еще кислотные смеси. О. А что случилось-то? Ну ладно, неважно. Так. В принципе, это седьмой маяк. Но для чистоты активируем все маяки. Уж не зря же я мучился-то. Все должно быть наверняка. Если не сработает, правильно? Правильно. Теперь обратно. Ну ладно, это было не так сложно. Правда, сейчас надо все свои лианки забрать. Это будет не очень просто. Там рычаг путь открыл возле маяка. Я хочу по лианам. Ах ты, зараза, не успел. Стал задыхаться в лаве. Если немножко неправильно, надо к левому туда идти, к бочкам. Стрёмно. Зараза. Я хочу их забрать. Я забрать их хочу. Средняковая бритва стримеров, да. Так вот. Опять заметил. Давай и назад, и назад. Как это нормально-то так, чтобы взять ее и... Не получается. Да, господи, Гаррет! Тебя не учили прыгать с лианой и параллельно второй рукой забирать ее? Видимо, нет.
Похоже, все-таки одну лиану придется оставить. К сожалению. А я не могу забраться! Да, я понял, я понял. Я просто тупо не смогу. Поэтому придется другим путем выбираться. Пофиг, вот абсолютно пофиг. Еще комната проклятая. Бесючая комната. По старому пути решил вернуться. Я хотел Лиану забрать. Лианы. Да и потом хочу вот через большую эту комнату пройти. Возможно, там можно будет Карасу заглянуть. Поболтать с ним. Они меня уже заметили. Так, вперед, то есть на запад и на юг, да? Не вижу ни черта. Что там за линк? Равин. Бог один, и он не один. Один бог и не один. Да, Forever Odin. Forever Odin. Не вижу ничего. Я боюсь, всегда ты. Бог Один. А, ну понятно. Фух. А где же Карас? То есть как Карасу-то пройти? Чё-то я не понял. Если
Понятно, не перепрыгнуть не можешь, ты не можешь. Так, а как тогда? А? Тематический лифт. Лифт, сказал я, лифт, конечно, лифт. Конечно, лифт. Всем по лифту. Как мне тогда пробраться туда? Появляется, конечно же, из ниоткуда. Лифт, да, лифт, лифт, лифт. Так, у меня есть идея. Кнопочку я вижу одну. Вот это точно стрелой можно нажать. Нет? С лифта спрыгнуть, да вроде нельзя. А куда? Блин, я не вижу, попадаю я или нет. Куда я попадаю вообще? Мозги один, тупые роботы ноль. Да. Привет, кстати, Дутлес. А, можно было спрыгнуть, да, действительно. Ну ладно, ладно. Так тоже, я думаю, можно, используя вот эту кнопку. Я пошел по сложному пути, как обычно. Как обычно, ничего легкого. Так, эти двери, они открываются или как вообще? Куда я иду? Север, да? На север мне не нужно. Там выход с другой стороны. Да, это просто там с камерой. Ниша. Сейчас мы за роботом попрёмся. Калека Гаррет. Еще какой калека. Давай, робот. Жги джигу. Молодец. Блин. Спрятаться негде, спрятаться.
Ладно, ну вот это вот, в принципе, вот такая небольшая освещенность, робот нас заметить не должен. Не заметит. Есть. Последний лифт. О, последний маяк, наконец-то. Все, восьмой. Че-че-че-че-че, обратно, обратно. Так, теперь к выходу.